Начались школьные осенние каникулы. Чтобы они прошли с пользой для детей, в технопарке «Кванториум» открылась образовательная смена. Желающих потренировать мозги много, тем более, что выбор большой. Аэроквантум, IT-квантум, биоквантум, робоквантум и другие. Всего 6 направлений. У нас очень интересно. Кроме интенсивов образовательных, у ребят будет активная культурная программа. Сейчас в кванториуме проходит неделя искусств. Ребята получат прежде всего знания, которые они могут применить и в школьных олимпиадах, которые они могут применить на муниципальном и региональном чемпионате профмастерства. Ну, я думаю, любой навык, который они здесь получат, даже просто навык работать руками, всегда им пригодится. У Михаила Дурова идея фикс. Он хочет создать ракету. Я хожу в кванториум, в секцию аэроквантум. И я хочу сейчас вам представить и рассказать одно из своих уже почти изготовленных изделий. Это модель шоу-ракеты «Баба-Яга». Эта ракета является необычной в том плане, что, ну, во-первых, она необычной формы, как вы можете видеть. Она отличается от, например, модели обычных ракет. Она состоит, ну, из ступы, так называемой, и самого корпуса. В ступе вставлен двигатель. Следовательно, эта ракета способна летать и способна также приземляться, так как у нее будет парашют. Эту ракету мы делаем не просто так, мы делаем ее для всероссийского конкурса, который будет проводиться в городе Королев в декабре. Ну, в перспективе для того, чтобы в будущем поступить в какие-то престижные вузы. Освоить космос мечтают и девушки. Я представляю ракету «Чувашка», которую мы будем представлять на конкурсе «Роскосмос». Это всероссийский конкурс. Эту ракету мы делаем уже месяц, и в декабре она будет полностью готова. Мы использовали для корпуса пенопласт, потом в нее входит мотор, и вместе с бабушкой я делала это платье. Ребята очень хорошо чувствуют себя в роли молодых ученых. В обучении используется современное оборудование, занятия проходят в интерактивной форме. Особенно радуются интеллектуальным играм родители. Душа у них спокойна. Дети под присмотром опытных педагогов. Я очень рада, что в доме, в дворце творчества появился кванториум. Мой ребенок конкретно выбрал Energy Quantum. Ему здесь очень нравится. Тут они как-то изучают побольше математику, физику. Мы еще не начали физику изучать, но нам вообще очень тут нравится. И рада, что в каникулы занятия будут продолжаться, и ребенку будет чем заняться. Пусть не все разработки получат признание на престижных всероссийских конкурсах. Главное не это. Ребята учатся мыслить творчески и пытаются выбрать свою будущую профессию. Ксения Иванова, Алена Алексеева, Игорь Зверев, Республика.